В администрации городского округа прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об обстановке в Люберцах и поселках. На минувшей неделе за помощью в полицию жители округа обращались 1750 раз. Возбуждено 26 уголовных дел, 24 раскрыто по горячим следам. Было несколько сообщений о минировании. Одно из них по адресу Кирова, 9. Из многоквартирного дома эвакуировали 110 человек, в том числе 32 ребенка. Стук был сильный в дверь. Я спросила, кто милиция. Я говорю, что случилось? Выходите, документы собирайте. Дом заминирован. Все, мы вышли. Также оперативные службы отработали сообщения о минировании учебных заведений. Все они оказались сложными. Совместно с сотрудниками Федеральной службы, ФСБ, другими службами все было отработано. Вопросов нет. Личный состав продолжает нести службу, усиленный вариант несения службы. За 7 предыдущих дней в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило больше 10 тысяч обращений. Почти 3 тысячи раз жители округа звонили по телефону 03. Было 6 выездов на ДТП, 7 пострадавших, погибших нет. Доезд на ДТП до 20 минут, 100% случаев. Фактическое количество бригад 25, средняя нагрузка на бригаду 12 вызов в сутки. Трем многодетным люберецким семьям вручили документы на земельные участки. Данная работа в городском округе ведется в рамках исполнения поручений правительства страны и губернатора Московской области. В настоящее время на учете в городском округе стоит 1347 многодетных семей. Из них 657 семей, или 49%, мы уже обеспечили земельными участками. До конца года документы на земельные участки получат еще 357 многодетных люберецких семей. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.